Мы все говорим, что эта власть не дает нам возможность собираться. В Казахстане живет свыше 19 миллионов человек. Для того, чтобы мирно сменить этот режим, не опасаясь, что власть применит силу, нам достаточно в реальности 500 тысяч человек по всей стране. Из них 100 тысяч в Астане, 100 тысяч в Алматы и по остальным областным центрам по 10 тысяч человек. Так вот, 5 июня уникальная возможность, когда власть своими руками объявляет голосование за референдум. Мы идем на этот референдум, голосуем, говорим нет, контролируем. Учителя, мы обращаемся к вам, говорим, что присылайте нам видео с фактами фальсификации. И 5 июня выходят, голосуют 13 миллионов человек. Вы же помните, в Актау с каким трудом собрали 30 тысяч человек. В Алматы десятки тысяч людей, это же сколько усилий было. А здесь, в этот день, должны выходить голосовать 13 миллионов человек. Представляете, такой шанс, такая возможность, когда можно мирно сменить режим. Сейчас мы более готовы. У нас есть опыт января. Мы знаем, что власть катастрофически боится, когда масса людей выходит с едиными требованиями. А у нас есть шанс 5 июня миллионы выйти на улицы и сменить этот режим. Алга Казахстан.